Исполнительный комитет Национального банка Молдовы принял решение выпустить памятную монету, посвященную медицинским работникам с названием «Мой врач, мой герой». И с этой целью приглашает граждан до 15 августа текущего года предоставить свои концепции для разработки ее дизайна. Создание этой монеты – признание глубокой благодарности, уважения и восхищения теми, кто рискует своей жизнью каждый час и момент для спасения других жизней, подчеркнул глава Нацбанка Октавиан Армашу. НБМ призывает всех граждан, достигших 18-летнего возраста, а также юридических лиц, выразить свое графическое видение будущей монеты. Основные критерии выбора концепции относятся к оригинальности, креативности и согласованности элементов дизайна, которые могут быть выполнены на монете. Каждый участник сможет представить только одну концепцию и обязан соблюдать авторские и смежные права. Принимая участие, автор концепции соглашается с обработкой персональных данных. Концепции будут рассмотрены комиссией, созданной Нацбанком, которая оставляет за собой право использовать их при разработке окончательного дизайна.